Для весей, казалось бы, тот же самый механизм, но они уже больше думают о детях, да, они наивны до некоторой степени, ну, если с точки зрения смотреть там волхов, ведунов, они очень сильно привязываются. То есть у них возникает на уровне нахата-чакры сильная привязанность к своему ребенку, к своей любимой, а это ведет к тому, что они это все равно рано или поздно потеряют, потому что в этом мире нет ничего постоянного. То есть вот, чем ты сильнее к чему-то привязываешься, тем тяжелее тебе будет от этого расставаться. Но то, что ты расстанешься, это 100%. С собой ты точно ничего не унесешь в могилу. Это рано или поздно это произойдет, к сожалению. Поэтому вот основная проблема в том, что Веся сначала он строит этот замок из любви, из песка, который называется любовь, и как только ветер перемен начинает это все дело разрушать, они страдают. Когда Веся страдает, ему тяжело, он не может выполнять свои обязанности, он забрасывает свою стройку или там, что он там делает, и, в общем, процесс восстановления длительный, пока не найдет себе там какую-то музу для того, чтобы опять что-то там ваять из песка, например.